В ефірі студія «Репортер». Мене звати Василь Базавлук. Сьогодні до нас завітав представник від Української морської партії Сергія Ківалова, народний артист України, актор, режисер, художній керівник та засновник театру «Маски-шоу» Георгій Дерів. Вітаю вас. Добрий день. Сьогодні будемо говорити про діяльність Української морської партії, а саме про розвиток культури та освіти, що є важливою складовою суспільства в наш час. Георгію Вікторовичу, ви людина, яку люблять і поважають одесити, людина публічна, творча. Що вас зацікавило і мотивувало стати представником саме Української морської партії Сергія Ківалова? Ну, все началось с того, что я два года назад начал работать, ну, чуть меньше, работать в Международном гуманитарном университете. К счастью, наконец-то в нашем городе открылся актерский факультет, который готовит артистов музыкального театра, артистов мюзикла и джазовых вокалистов. Вот. И меня пригласили быть педагогом, и, в общем, я мечтал об этом, потому что ездил по всему миру, я давал мастер-классы в разных странах, в разных учебных заведениях, просто для актеров профессиональных, с разным уровнем развития. Вот. И как-то так вот Одесса всегда почему-то оставалась, ну, в моем понимании, таким городом, когда талантливый человек, вот для того, чтобы реализоваться, он должен поехать куда-то, получить образование, не только в области там, театра, кино, какой-то творческой, в любой специфике, и потом он как-то так совершается, как личность состоявшаяся, знаменитый, и потом, да, он уже приезжает, уже одесситы гордятся, говорят, о, это ж наш человек. Вот. И поскольку такая возможность предоставилась, и предоставил ее Сергей Васильевич Ківалов, я охотно согласился, с радостью вот так потер ручки, и мы начали работать. Прекрасная команда педагогическая. Вот. И таким образом я влился в педагогический состав Международного гуманитарного университета, почувствовал вот такое мощное плечо своих коллег, увидел, что это потрясающие люди с богатой душой и с огромным опытом, каждый в своей области. Вот. И таким образом я вступил в морскую партию Сергея Ківалова, потому что, ну, кроме своей профессиональной деятельности, как-то всем нам хочется еще что-то реализовать для города своего прежде всего. То есть меня больше интересует Одесса, нежели там в целом страна. И я чувствую, что я могу что-то сделать для города, по крайней мере, в области культуры, духовности, в области образования. Вот. И таким образом вот мы начали работать как морская партия. Вернее, я начал работать вместе со своими, с хорошей командой, в хорошей команде. Так. Георгій Вікторовичу, ви говорили, що економіка країни напряму залежить від культури. І ви, як ніхто інший, тісно спілкуєтесь з молоддю, викладаєте в Міжнародному гуманітарному університеті. Який, на вашу думку, стан культури, особливо серед молоді? Но вот сегодня я вижу тенденцию такую, причем она по всему миру, поскольку так глобализация, она уже так покорила весь мир, и, ну, и нашу страну, и Одессу в том числе, к сожалению, на мой взгляд, потому что я все-таки сторонник больше таких каких-то особенностей национальных, таких какие-то, знаете, Одесса особенный город, он всегда был, но сегодня это нивелируется, вот эта разница. Что я замечаю? То, что молодежь очень хочет учиться, потому что меньше возможностей. Вот, скажем, в мое время, это не потому, что я там такой, уже там старичок такой, вот, было раньше хорошо, а сейчас уже нет. Нет, сейчас молодежь, мне кажется, больше хочет учиться и обретать какие-то профессии, но потому что меньше... А? Есть конкуренция. Да, есть конкуренция, и, может быть, система обучения, она вот в целом, вот во всем мире, она немножечко изменилась в худшую сторону, на мой взгляд. В том числе и в области, скажем, вот такой, как бы творческой, да, вот деятельности. Вот. Ну, а поскольку я обладаю каким-то опытом и знанием, ну, почему же мне не передать это? Я передаю. Правда, я езжу по всему миру, я вижу, что я приезжаю в разные точки и вижу, что, ну, как-то не хватает у них. Хотя, благодаря тому, что очень много работы сегодня есть для актеров, ну, смотрите, кино, допустим, раньше, да, это было, там, с ним выходил один фильм, там, не знаю, в два месяца премьерный, и вот показывали его, и все шли, там, смотрели раз в месяц.
Вот, сейчас фильмы выходят там каждый день, сейчас на мобильный телефон можно снять кино, записать музыку, альбом. Вот, раньше это было невозможно. Вот, поэтому сегодня средства, инструменты доступны для всех. Вот. Я не знаю, как, допустим, в области медицины, да, там же ответственность высокая, как, но мне кажется, тоже вот все-таки врачебная система, по моему мнению, была как-то она более заточена на здоровье, оздоровление людей, чем сегодня. Это мое мнение. Значит, тем более надо прилагать максимум усилий, чтобы передавать эти знания тем людям, у которых они есть. Но молодежь хочет учиться, я это вижу. Так, і це дійсно головне наразі. Чи відрізняються, от ви проводите майстер-класи у різних країнах світу, чи відрізняються люди з інших країн від наших, наприклад, студентів Міжнародного гуманітарного університету? Ну, у мене дуже талантливі студенти. Я смотрю, такі умнички, вони хочуть, у них очі горять. Я не знаю, може бути, тому що я їх люблю, я от так з ними займаюся, і такі вони вже так постепенно становяться моєю сім'єю. І я планую... с ними не просто как заниматься учебным процессом, передавать какую-то науку, да, там какие-то знания, а больше их нагружать практикой. Практикой такой, это не просто там этюды или какая-то учебная работа, они показали, получили зачет, экзамен и забыли об этом. А это практика, чтобы они выступали перед зрителем, чтобы они чувствовали вот это дыхание с залом. Ну вот, вот такой мой метод. И я не хочу забегать вперед, но мы будем делать какие-то со студентами уже готовые театральные представления, мюзиклы, которые будем показывать зрителям. И артисты будут себя ощущать, будущие артисты будут ощущать себя настоящими артистами. Это вы знаете, вот как раньше там спартанцев, спартанских детей бросали в реку. Кто выплывет, тот и выжил. Вот. Но это жестоко так, да? Все. А здесь вот в области вот так, образования, культуры, так можно поступать. Да, надо бросать, ставить такие непривычные условия, и тогда вот вырабатывается адреналин, и он откуда-то из подсознания выплескивает те знания, которые он получил теоретически. Потом зручніше и звичніше будет им же займатися акторською майстерністю и так далее. Ви є режисером, актором, тому, як ніхто інший, знаєте про стан сучасного кіно. В Одесі є легендарна кіностудія, де було знято багато фільмів. В якому стані кіностудія сьогодні, які часи переживає зараз? Та взагалі, чи є розвиток кіно зараз в Україні та в Одесі? Говорят, в Одессе две большие разницы, да? Одесса и украинское кино. Существует такой некий какой-то антагонизм между Киевом и Одессой. Он всегда был. Сейчас он, мне кажется, обостряется. То есть как-то вот киевское влияние на Одессу, вот такое давление, как будто вот какую-то лапу наложили, ну, в том числе и на киностудию. Вот я просто знаю, что, скажем, раньше среднее звено творческое, да, одесская киностудия, это операторские группы, художники, там все постановочные, они обслуживали... Вот все СНГ, там, в том числе и украинское кино. А сегодня как-то так вот больше вот, ну, не знаю, это мне так кажется, больше такое вот влияние Киева, то есть предпочитает брать какие-то киевские группы к нам. Вот, но кино снимается. Вот вышел фильм, я знаю, вот Андрей Осипов продюсировал «Хаджибей». Я там играл в этом фильме тоже одну из ролей. Ну, не главную, но второстепенную. И... по-моему, фильм неплохой. Я видел трейлер, хочу посмотреть его. Сейчас закончил сниматься фильм Велена Новака. Потрясающий сценарий, сюжет. Это вот послевоенное время. Очень все с юмором и тонко, и трогательно, и трагично. Судьба людей. Опять же, вот национальный вопрос, еврейский вопрос, фашизм, там, как это все было, ну, просто судьбы людей потрясающе. То есть как-то и смеяться, и плакать хочется. Вот съемочный процесс закончился. Великолепные актеры снимались, ну, и я в том числе, ваш покорный слуга. Так что кино живет немножко. В Киеве очень много снимается. Было затишье. Вот когда там произошел конфликт между Россией и Украиной, то, конечно, российский рынок весь отпал. Тут же. И, конечно, вот внутри украинского рынка выжить очень сложно, потому что как бы, зарабатывать надо на том, чтобы перекрыть расходы, а рынок-то маленький,
Это намного сложнее. Вот. Но сейчас создается украинское кино, и я знаю, что какие-то вот новые работы есть. Ну, по крайней мере, вот, ну, у меня есть работа сейчас. То найближчим часом можемо чекати на прогрес українського кіно. Да, но Одеська кіностудія, я знаю, що там йде очень такая вот какая-то долгая тяжба, то есть есть определенные силы, которые хотят отобрать Одеську кіностудію, там построить какие-то, ну, я называю это злачные места. Даже вот строительство там жилых комплексов, ну, в таком месте это кощунство строить. Гостиницу там или там жилой какой-то микрорайон. Вот, это Одесская киностудия. Это же вообще первая киностудия, первая российская киностудия. Это же еще в царское время она была открыта. Вера Холодная снималась. Это легендарная студия. Так, прийдемо до більш таких приємних новин. Георгію Вікторовичу, ви говорили, що маєте мрію створити великий культурний, просвітницький, мистецький центр. Які плани, перспективи на здійснення цієї мрії? Вот я считаю так, надо шаг за шагом двигаться к этой цели. Вот, то есть пусть будет какой-то маленький в начале проект, он больше. Но на сегодняшний момент у нас есть прекрасный наш театр «Маски», «Дом клоунов», который мы практически своими руками построили. Нам помогали многие люди. К счастью, очень много спонсоров отозвалось в свое время. Это было в 2002 году, 2002-2003-2004, как-то так все это, где-то до 2006 года. Мы находились в такой стадии строительства, совершенствования. Вот. Он сегодня стал такой культурный центр, потому что там проходит международный фестиваль клоунов и мимов. Он уже в десятку таких мировых входит. К нам приезжают там такие мэтры. Вот. Но, конечно, это не все. Тут хочется еще что-то. И мне кажется, Одесса может быть таким городом, вообще центром мира. То есть не просто это какая-то вот изюминка Украины, а это вот изюминка всего мира. Потому что одесситы по всему миру, они такие чудеса творят. А почему же здесь, в Одессе, нам не сделать такой центр культурный? И вот что я думаю. Вот сейчас работая с морской партией Сергея Кивалова, ну и Сергеем Васильевичем в том числе, мне очень нравится с ним сотрудничать. Потому что человек глубокий, и он много делает для людей. Ну, практически он же... Понимаете, он не копит деньги там для себя, для куда-то. Он не вывозит эти деньги куда-то за границу. Он даже не вывозит их в другие города. Он все, что зарабатывает, все вкладывает здесь же, в Одессу. Причем в такие проекты, которые, ну, нерентабельны по деньгам. Потому что это учебные заведения. Они же не дают быстро прибыль. И вот недавно, 1 сентября, был открыт колоссальный, потрясающий центр культурный. Это международная школа с великолепным храмом. Уже вот нижний храм открыли, и готовится, и будет верхний храм Сергия Радонежского открыт, бассейн, спортзал. И там вот-вот скоро откроется киноконцертный зал, к которому тоже приложил руку, потому что, ну, мне неравнодушно, мне хочется... чтобы это был такой, ну, лучший центр киноконцертный в Украине, не только в Одессе. И, к счастью, вот Сергей Васильевич, он раскошелился, заказал туда там, то, что мы просили. И звук самый модный, ультрасовременный, который будет покрывать весь зал. И свет самый модный, современный. Это сцена потрясающая, на 860 мест, по-моему, зал трансформирующий. Ну, в общем, это дорогой зал, который дорогого стоит. И, конечно, такие вещи, они не отбиваются по деньгам быстро. Это десятилетия уходит. Это ж не гостиница, там, не казино, что раз вложил бабки, тут же вернулось. Это культура, это образование, это духовность. Это долгоиграющие какие-то энергии, которые, ну, люди через 50, через 100 лет будут благодарны и будут говорить: вот, смотрите, видите, стоит этот центр культуры. Но вот я считаю, что этот киноконцертный комплекс, он может быть вот таким каким-то центром творческой, фестивальной и молодежной культуры. Если театр «Маски», «Дом клоунов» — это такой более, ну, традиционный, да, центр культуры, это такой больше физический театр, который вот по всему миру модный, то это будет, наверное, фестивальный центр для молодежных каких-то проектов.
Вот, и мы с Александром Евгеньевичем Марданем уже говорили, с Ниной Вячеславной Кровец, с деканом нашим. То есть как, мы уже, еще зал не построен, а мы уже планируем фестиваль, театральный и музыкальный фестиваль. Такие большие планы у нас. До того ж, почесний громадянин міста Одеси та Одеської області Сергій Ківалов неодноразово казав, що скористався саме вашою порадою при створенні кіноконцертного залу. І яке ваше бачення саме мистецької просвіти дітей, і якою ви бачите взагалі освіту в Міжнародній академічній школі Одеса? От я вже немножко, видите, вже розказав, забігав вперед, немножко відповів на цей вопрос. Значить, смотрите, прежде всего, это практическая работа для студентов, будущих вокалистов и артистов мюзикла. То есть они будут делать профессиональные работы свои, выступая на этой сцене, пользуясь всем этим великолепным оборудованием и имея зрителя, то есть обычного зрителя, который придет и, возможно, даже будут покупать билеты, то есть все-таки это должен быть уровень профессиональный, тогда у них будет планка у студентов очень высокая. И даже если они ее не будут достигать, то у них будут очень высокие показатели творческие. Это раз. И второе, это я уже говорил, это фестивали. То есть это приглашать другие театры, других артистов, обмен опытом, коллаборация. Сегодня это очень популярно, модно. И не потому, что это так просто красиво, а потому, что это развивает нас. Мы обогащаемся. То есть общаясь друг с другом, мы обогащаемся. Поэтому будут приезжать мастера, будут давать мастер-классы и за границей в том числе. И таким образом Одесса, она будет вот такой, знаете, воронкой, куда вот все хорошее, вот все творческое, все такое вот свеженькое, новое будет сюда вот попадать к нам. И наполнять нашу Одессу аурой. Вот. Ну и, разумеется, я говорил о команде морской партии. То есть я вижу, что каждый вот член этой партии, он профессионал в какой-то своей области. Там, не знаю, там доктор Али, это же, ну, как доктор, который, вот так он, к нему все остальные врачи тянутся. Он дает образование для... Приезжают со всего мира студенты. Я уже давно такого не видел, чтобы, скажем, ректор Громовенко, это, ну, удивительный человек, вот с ним легко общаться. Он настолько легко идет навстречу, он открыт для любых каких-то новых, инновационных решение. Он не закостенелый такой. Я же общался с разными людьми в своей жизни. И бывает, что ты объясняешь человеку, ну давайте сделаем хорошо. А здесь все люди открыты к общению, все общаясь друг с другом, обогащают друг друга. И таким образом мы, в общем, приносим пользу. В общем, я уверен, что вот если наша команда зайдет в горсовет, то мы сделаем какие-то очень правильные дела для Одеси, то есть реальні дела. Лідер Української морської партії Сергій Васильович Ківалов неодноразово говорив про те, що бажає бачити Одесу у її історичному вигляді. Знаю, що за освітою ви ще й архітектор. Хотілося б дізнатись вашу думку з приводу тотальної забудови міста, особливо його історичного центру та прибережної зони. Ну, звісно, у мене однозначне мнення, що не можна так от пагубно относиться к Одессе. Потому что это же просто жадность вот такая, что ну, давайте вот здесь сейчас в центре, земля богатая, тут построим свечку, машины негде парковать, все. Эти старинные здания, памятники архитектуры, они убиты даже тем, что рядом с высоткой, но это все теряется. Я же был там во всем мире, да, ну, смотрите, там Париж, Рим, Амстердам, не знаю, Лондон, ну, там на окошко не повесишь кондиционер, никто не разрешит, там не разрешат тебе балкон покрасить другой краской, там бигборд, никто никуда не повесит, я уж не говорю там построить высотку. С Одессы это ужасная происходит вещь. Одесса, город, который строили итальянцы, французы управляли, греки, турки сюда приезжали со всего мира, англичане приезжали сюда. Это величайший центр культуры, который пережил и трагические времена в том числе. И благодаря вот этому всему, коллаборации, опять же, вот возвращаясь к этому слову, родилась какая-то особая культура. И она выражена и во внешнем облике. Поэтому, конечно, надо следить за тем, чтобы не допускать вот такого просто беспардонного. Тем более, смотрите, город же уже рассчитан был на какую-то этажность, на какую-то транспортную пропускную способность, трубы, все эти коммуникации. Ну, значит, это надо тогда все брать, разрывать и заново строить. Детячие садочки, школы.
Да, а школы, а детские сады, уже их и так много позакрывало. Но вот Сергей Васильевич, он за свои деньги строит школы, учебные заведения, стадионы, то есть то, что дает людям вот воздух, понимаете, вот это. Он парки строит, и вот это правильная позиция. Я за Сергея Кивалова, нашего мэра, просто вот так, двумя руками, потому что я верю, что вот Сергеем Васильевичем, ну, город, он просто заживет новой жизнью, и одесситы будут благодарны. Маємо яскравий приклад діяльності, щоб порівняти. Це, наприклад, Аркадія, повністю забудована багатоповерхівками, і Міжнародна академічна школа Одеса, яка дійсно прикрашає це місто та робить набагато кращим. Да. Ви знаєте, ми от з нашим колегою, з Олександром Марданем, теж педагог, і ми на яхті от плили от так вдоль Одеси, посмотрели, звісно, дуже удручаючий вид. Тобто, нет той Одеси, от навіть смотриш старі ці гравюри, фрески, фотографії, вид з моря, ну, Одесса была Одесса. Сейчас это непонятно на что похоже. Вот просто даже если посмотреть с моря. Но я уж не говорю, что с побережьем происходит. Ну, это жадность. Это вот такая человеческая жадность, которую нужно просто взять вот так, пресечь, обрезать и все. Вот сказать, нельзя, все, нельзя строить. Вот там за Одессой надо создавать новые какие-то инфраструктуры. Там магазины большие, эти шоппинг-центры, гостиницы, жилые комплексы, все. А здесь это центр. Остановить и потихоньку возвращать все-таки архитектурный облик и образ Одессы, который вот во всем мире известен. Яка подобається усім. Конечно, которая всем нравится. Команда Української морської партії Сергія Ківалова – це професіонали у галузі освіти, науки, правознавства, культури та спорту. Які першочергові задачі ставите ви після того, як поліцила більшістю зайде у міську раду, обласну раду та районні ради? Ну, один аспект мы уже осветили, то, что нужно просто остановить эту хаотическую застройку, вот, и сохранять образ города архитектурный. Вот. Ну, естественно, конечно, хозяйственные какие-то бытовые нужды, то есть дороги, улицы, фасады домов, где-то и починка крыш, потому что вот я же когда-то был депутатом горсовета, это было с 2002 по 2006 год созыв. Вот, поэтому я так знаю, что это придется заниматься там какими-то канализациями, трубами, и надо будет чиновников напрягать, то есть следить за этим. Потому что чиновники, ну, разные есть люди, но в основном как-то так вот очень лениво это происходит. Взяли там, разрыли, оставили, бросили, вода натекла туда, там уже образовалась какая-то лужа. И вот, да, надо будет заниматься вот такими. Одесса – старый город, понимаете, и вот старый фонд, его надо сохранять. То есть и таким нужно будет заниматься. Но поскольку я все-таки специалист в области культуры и образования, то, ну, наверное, как-то мне логично будет в комиссии по культуре, по образованию, туризму, спорту, вот. И, ну, мне кажется, что как-то так я смогу компетентно участвовать в законодательстве города и формировании, вот. И уже сказал, что команда очень крепкая, то есть люди профессионалы, каждый в своем деле, поэтому и в области строительства. Ну, и поскольку я же тоже архитектор по первому образованию, у меня в голове еще кое-что осталось. Георгію Вікторовичу, ви людина з активною громадянською позицією, з відвертим і філософським поглядом на життя. Людина, яка безмежно любить Одесу та одеситів. Тож, скажіть одеситам, на якого мера вони заслуговують та кого ви особисто бачите мером нашого міста? А я вже сказав, Сергій Васильович Ківалов, і обоснував, чому. Тобто, це не просто так красиві слова, а це от, як, ну, по його ділам я бачу, що то, что Сергей Васильевич делает своими силами, там, своей командой, это потрясающе. Это же он не использует какие-то ресурсы, которые к нему поступают извне. Это не ресурс города, не ресурс там, страны. Это его собственный ресурс, который он так грамотно он вкладывает в город. И если будет ресурс уже города, да, а это бюджет, это огромный бюджет. Нам что-то кажется. Так за эти деньги что можно, не знаю, там Одессу просто лялечку сделать. Золотом так, все выкласть. Это центр Европы, Одесса. Вот, географический центр Европы. Ну так можно это все сделать? Я верю, что он это сделает. Поэтому, конечно, ну да, мэр Сергей Кивалов. Дякую.
Нагадую, що в гостях студії був представник від Української морської партії Сергія Ківалова, народний артист України, актор, режисер, художній керівник та засновник театру «Маски-шоу» Георгій Делієв. Дякую вам за таку відверту розмову. Тем для роздумів у людей багато. Завтра день тиші. У всіх буде можливість помовчати і подумати, яким ми хочемо бачити наше місто у майбутньому. В студії працював Василь Базавлук. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». На все добре.